Из глубины веков. Сейчас ты всего лишь атом, но скоро ты станешь невероятно огромным. Начинаем со вспышки. Теперь Торнедрон насыщайся энергоном. Ты даже огромнее, чем я мог бы себе представить, Торнедрон. Намного огромнее. У тебя должно получиться то, что не удалось сделать ему. Он был материей, ты — чистая энергия. Он забыл, кто его создал. Ты не забудешь. Свипы шестой и седьмой вступают в бой. Если бы десептиконы были посмелее, нас бы изрядно потрепали. Мне кажется, Родомис, что и это тоже не пикник. Десептиконы, приготовьтесь к тому, чтобы убивать! Попал! Сражен один из миллионов. Они прекратили стрельбу. Я вижу, и это настораживает меня. Вперед! В атаку! Ошарашим их внезапностью! В контратаку! Глазам своим не верю! Теперь тебе не догнать меня! Мерзопакостный автобот! Это Ворчун! Мы получили сигнал тревоги! Что за чертовщина? Не переживай, главное стреляй! Он питается энергией! Достаточно, Торнедрон. Ты уже сделал намного больше своего предшественника Юникрона. Попытаемся продержаться до тех пор, пока не прилетит Бравый. Я смельчак, осторожный боец. Сюда, смельчак. Сюда, все примитивные. Кто это меня зовет? Сюда Снерл, Свипы, Свупы и Слэк. Сюда все примитивные. Кто-то из Снерла тоже зовет. Это кто-то слышит. Что с диноботами? Я бы сказал, что они потеряли разум, если бы он у них был. Диноботы прекратили огонь. Радиконы! Ну где же этот несчастный приболоп? Я до туда доберусь и скоро буду вполне готов. Драконы, составить Обломиуса! Нам не сдобровать! Диноботы, ну где вы? Автоботов уже уничтожают, а я даже еще рук не заморал. Это уже начинает принимать дурной оборот. Ко мне, вредитель. И ты тоже, Обломиус, сюда. Похоже, у них тоже что-то происходит. Триптикон, подай-ка им пример. А от этого нам придется убегать. Бравый,
Автоботы, не тратьте лишних зарядов! Супер-истребитель уже спешит на помощь! Ну что ж, теперь-то мы точно не пропадем. Пока он занят делом, мне плевать на его бахвальство. Сразись со мной, Триптикон! Если ты не трусишь! И вы оба прекратите враждебные действия. Каждому из вас предстоят более ответственные сражения. Бравому тоже досталось! Во мне неполадки. Кассеты самоактивировались. Ко мне примитивные. И со мной тоже что-то происходит. Кассеты словно взбесились. Безумие нужно остановить. Я, смельчак, должен идти на зов. Даже если смельчак не знает, кто зовет и куда. Кто бы он ни был, мои суперспособности помогут нам. Мы ответим на зов. Мы идем. Да-да, мы идем. Что же все-таки происходит? Еще спроси, когда финал. Надо же! И эти жалкие слизняки пользовались моим покровительством. Невероятно! Вернитесь, дезертиры! Ну и странное сражение. Перехватим-ка их, да заставим ответить за неповиновение. Я принимаю странный сигнал. Я тоже. И у него какой-то страшный фон. Приближается опасность. Не трусь! Может, это какое-то дурацкое оружие автоботов? Обе планеты мертвы. Теперь возьмусь за примитивных. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Сюда, примитивные. Я уловил, что сигналы идут из центра галактики, но даже мои новейшие датчики не могут точно определить цель. Я, смельчак, неизвестно куда лечу. Это неудивительно, смельчак всегда не знает. Тупой десептикон издевается над нашим великим вождем. Слакс ненавидит вредиконов, растопчем их. Вредиконы первыми растопчут диноботов. Я, смельчак, говорю, никогда. Терраконы, бейте их всех! Ура! Эй, шалопаи, да вы, похоже, белины объелись перед полетом! Триптикон, почему бы тебе не встряхнуть малышей? Мне, смельчаку, кажется, что лучше подраться позже. Странно. Чем ближе мы к источнику сигнала, тем старее космический хлам. Но в одном я уверен. Если я, конечно, не запутался в умозаключениях, мы приближаемся к очень древнему и таинственному месту. Триптикон, идем на посадку! Боже, мы попали домой! Такой исход мне неприятен. Я
Если бы смельчак знал, что зов исходил из вот такого места, он бы не пришел. Так, командир, я выдвигаю свой гениальный план. Только Резакла командует вредиконами. Ты прикажешь терраконам только через мой труп. Ваша грубость вызвана одним лишь вашим упрямством. Тихо! Мы здесь не одни. Гляньте, диковинный зверь. Смельчак думает, это опасный враг. Смельчак потопчет врагов. Стой, смельчак! Смельчак знает, что делает! Смельчак, с тобой все в порядке? С этого дня смельчак предводитель. С этим зверинцем нелегко будет справиться. Даже с моим сверхинтеллектом. Найдем того, кто звал нас. Он владеет этой тайной. Он где-то неподалеку. Теперь запомните, прежде чем сделать что-нибудь, подумайте, а бравый сделал бы это на моем месте. И вы никогда не ошибетесь. Смельчак говорит бравому посмотреть там. Я собрал вас здесь, чтобы рассказать старую историю. О, мне смельчаку хочется послушать. Тогда слушайте внимательно. Когда галактика только образовалась, органическое существо, известное нам как Примакрон, создало первых примитивных. Росла его сила и росли его желания. Его творения становились все больше и больше, и однажды он породил страшного Юникрона, который захотел править самостоятельно и решил погубить Примакрона. Он ошибся. Несмотря на повреждения, Примакрон выжил. А я, помощник Примакрона, скрылся на этой мертвой планете. Но потом, как и всем тиранам, Юникрону пришел конец. Тогда Примакрон поклялся не совершать подобных ошибок. Вместо существа из материи, способного на бунт, каковым был Юникрон, был создан Торнидрон, облако живой энергии, который, подобно вампиру, питается энергией, гася звезды и истощая планеты, оставляет от них только шлак и пепел. Примакрон — существо с невероятно развитым интеллектом. Его могучий разум вынашивает сложнейшие замыслы. Но, возможно, он думает излишне много. Может быть, ваши простые инстинкты смогут разрушить его планы. Но это наша великая надежда, и в этом наш великий страх. Примитивные! Бежим! Скорей, скорей! Мы примитивные! Мы примитивные, но не тупые! Скорей, смельчак, двигай ногами! Смельчак, и там двигай из последних сил! Мы все спаслись! Не все, Смуп! Спасли всех, кроме великого смельчака! The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Наш вожак смельчак погиб. Познай же мой гнев, монстр! Не видать тебе пощады! Ты проклянешь день встречи со мной!
Бравый уничтожен. Кто нас теперь поведет? Я, Сладж, увожу диноботов отсюда. Это лучшее, что мы сможем сделать. Неплохая мысль. Мы тоже бежим. Разделяемся. Так ему нас не догнать. Ах, значит так. Выплесни на них всю свою мощь, Торнедрон. Я ненавижу убегать. Лучше умереть в сражении. В этом он прав. Вредиконы, слияние! Торнедрон, встречай вредителя! До смерти! Приготовьтесь, драконы! Осталось совсем немного. Теперь, диноботы, нападаем! Твоя задача выполнена, Торнедрон. Хорошо, что у смельчака твердый лоб, а не то быть ему уже окаменевшим ящером. Только ты можешь теперь спасти мир, смельчак. Мне, смельчаку, это подходит. Найди логово Примакрона и уничтожь его. Торнедрон отправился куда-то вверх. Туда-то смельчак и пойдет. Странно. Торнедрон не реагирует на мои команды. Я приказываю тебе остановиться, Торнедрон. Я больше не нуждаюсь в твоих приказаниях, но твоя жизненная энергия мне нужна. Это невероятно. Нужно немедленно воспользоваться системой двойной защиты. Можно, конечно, и дома пообедать, а можно и пообедать дома. Я тебя остановлю. Да где же комбинированный ключ четвертого радикала с возвратом программы? Ай! Смельчак! Это защитник вселенной! Ты и есть создатель? К моему сожалению, это так. Смельчак смеется над козявкой, натворившей столько бед. Я больше не буду, если нам удастся спастись. Смельчак приказывает Примакрону сделать так, как будто ничего не было. Нам конец. Я пробовал усиление энергопараметров, пробовал отключить ускоритель, изменил направление иона выброса. Я все перепробовал. Все возможные варианты. Я, смельчак, думаю сделать... Так! Конечно! Обратное включение, почему я не догадался об этом? Ты не такой примитивный, как я! Мне, смельчаку, кажется, что я был прав! Как гениально! Просто и гениально! Я поменял энергетическую полярность! Thank you.
что случилось? Я не знаю, но я думаю, то облако пронеслось без вреда для нас. Смельчак, защитник вселенной! Го-го-го-го-го! Смельчаку, ура! Го-го-го-го! Остановись, глупец! Почему ты назвал Смельчака глупым? Ты же здесь все растоптал! Мне, Смельчаку, почему-то кажется, что я правильно поступил! The Transformers will return after these messages. Фильм озвучен телекомпанией «Шестой канал» Санкт-Петербург. Перевод Александра Зуева, инженеры видеомонтажа Игорь Кирилец и Александр Зуев, звукорежиссер Михаил Иоффе. Текст читали Галина Престенская, Михаил Черняк и Вадим Гущин.